себе поручики. Я же нет, не там. А дома такой посадить на огороде вообще классно. И прыгай себе. Прыгучий с нами вырабатывает. Там наверху это призыв. И небольшое лирическое отступление. Заехали, купили два вида минеральной воды. Одна минеральная вода – это пензенская, другая минеральная вода – это ульяновская. Отличается она тем, что вот это просто идет столовая питьевая, а это лечебно-столовая питьевая. Обе воды газированные, и по цене отличаются они. Полуторалитровая бутылка Куваки стоит около 20 рублей, и полуторалитровая бутылка от Волжанки стоит, по-моему, 28 рублей. И отличие, видимо, если это лечебно идет, по ионному составу, если здесь приглядеться, здесь намного больше именно вот этих вот минеральных составляющих, чем в Куваке. В Куваке вот эта табличка, она, во-первых, меньше, и сами цифры здесь меньше. По вкусу эти две воды отличаются очень незначительно. Просто Волжанка более насыщенного вкуса, что ли. Прям вот, ну, незначительно, прям вот чуть-чуть. Более солоноватая, более такая минеральная, что ли. И синтуки настолько для меня ядреные, что я их пить не могу. Там, по-моему, номер 4, еще какой-то номер. Не помню, они по номерам все разные, но они настолько соленые, минерализованные, что, ну, мне очень сложно эти воды пить. А вот эти настолько приятные, то пить вот одно удовольствие. Надеюсь, вам было интересно. И всем пока-пока. До новых встреч.